Большой снежок, погнали парочку. Вот она чуть на проходе. За голову. Готово. Снег идет, а они летают. А кстати, вот эта шада на 4 вчера пришла за, можно сказать, за полтора километра. Ну, 20 минут хода. Вот как ты думаешь, вот сколько это вот пути? 20 минут я шел. Там чуть-чуть больше километров. Да. Вот они вчера пришли все троем. Сейчас опять погнал, снег идет, они так держат. Опа, что это? Горлица, горлица. Все, понял. Я далеко видели, они раньше показали. А это сейчас они боятся вот эту сигнализацию, да, наверное? Не, они... Ничего боятся. Правильно ты говоришь. Мне Саша говорит, знаешь как, я говорю, да не идет эта твоя голубка. Он говорит, нормальный голубь, если, говорит, его 2-3 раза ястреб, ну, как бы атаковал, он потом уже не идет, говорит, понял? Я говорю, согласен. Что там идет? Не, ну моих вот этих фермяков не согнать с крыши, понял? Они в крышу, блядь, влазят, понял? Так, пойду еще сейчас соберу. Они если понимают, что первый вот этот низовых ястребов можно проскочить быстренько, они уходят, потом там воюют. Да, были у меня раньше такие голуби. Твоя конопатая, помнишь, была такая конопатая? Да, в этом году все такие. Помню, да, некоторые голуби были, вот смотри, где-то на высоте 200 метров идет бой, понял? А те стоят на 500 да, и смотрят. Да. И смотрят на этот бой. А когда с верховых боев возвращаются, раз, два, три, когда их не видно, только хвостики-то мелькнет. Ага, да. Там ястреб дома, там он хозяин положения. Кстати, вот надо блондину позвонить и узнать, пара пришла или нет. Позвонишь, узнаешь? Мне просто интересно. Я до бати буду идти, я зайду к нему. Саша на Конопатова еще погнал, сейчас бы взять его. А вот они вот. Сашин Конопата и полхвоста. Еще парочку погнал. Ну, не парочку погнал больше, вот остальные тут сидят. Остальные тут сели. Ромкина черная. Остальная ромка. И вон мой черный еще. Некоторые здесь сели, а пара пошла вверх. Хорошо пошли, набрали быстро, метров под 200 набрали высоту. Заноса кидаю. Вот они. Сашин конопатый. И моя полхвоста. А, кстати, Сашкина сплошная, наверное, тоже тут села. Сашина сплошная тоже села. То ли он их на яйца гонит, что там перестала она идти, барбоска. Она тоже здесь сидит, скорее всего. Саша говорил, что он у него 5 часов практически летал. Посмотрим, как он у нас себя будет показывать. Вот там уже за 200 метров высота, пошли домой. Сашин конопат. И тут что болел? Болел он, чуть голову не оторвал. Дал хороший голубок. Голубок я оставил. А старых решил тренировать. Стоят на 200 метров, чуть в оттяжке от дома. Я так потихоньку иду, вот они сейчас надо мной снимают. Вот еще до дома мне осталось дойти 30 метров. Они в оттяжечке, так на высоте 200 метров, может быть 150 стоят. Смешались блондины и мои. Моих двое и двое блондины. Вот так вот как бы они сейчас стоят. Блондина темная. Блондина. Ага. Вот четверка, это два блондина и два наших. Как отличаются. Андрюха говорит, сильно отличаются. Хотя и наши непростые, да? А отличие бешеное, да? Наши нельзя сказать, что простые. Чересчур, правильно? То кто пошел? Ну, то ж нижняя, но что-то осталось. Ага. Вот наши. У Коли, вот они два наших. Два последних Колины. Смотри, какие у них крылья длинные. Ага. И ты видишь, как они идут в разнос так как-то. Уже они высоту так набирают. У них крылья богатые, смотри, какие. Наши как джибарьки. По сравнению с ними, да. Вот одно откололось еще, блондина. Но это темное, да. Одно откололось, ага, уже трое. Стоит. Не, одно оно с нашим. Возвращается. Да, я понял, что возвращается. Но
Саша, твой голубь 5-часовый. Этот голубь, Саша, 5 часов не летал. У нас пока нет. Конопаты. Ну, голубок он дал неплохих. Мне они понравились. Потом мы их как-то справимся с ястребом, с этим. Мы их по новой начнем гонять всех. Только вот чуть-чуть справим. Видишь, соколами вот нету, да? Вот соколами. Не, вот соколу нету, ты видишь? Бурова не будем гонять. Буры только увидишь просто. Бурова не будем гонять. Не будем дочку его гонять. Дударшу не будем гонять. Желтую продали. Таких не надо гонять. Ага. Бурый только отошел. Он такой приболевший сидел, не ворковал. После вакцинации, да? Да, он только первый раз. Ага. О, посмотри, смотри, атака сейчас будет. Нет, то нижнего не боятся. Они уже не он. Да, он нижний сзади. А, они его боятся, да? Да. Вот смотри, как блондин. Выгодно выделяется справа. Видишь, как? Вижу, вижу. Здорово выделяется. Вижу. Вот Николай Голуб, вот тут он первый. Это первый. На разлете, это такие еще не люди, у него свет. Потому что он, да, он же недавно пару, не знаю, загнал или нет, который ястреб подкрутил. Позвонишь к нему, узнаем давай. Да я сейчас буду идти до деда, я зайду. А, ну хорошо. Там деду надо отнести вещи. Ах ты ж мой петушок стал это. Кудахтать стал. Хороший. Да, видишь, он как-то... Ага, стал кудахтать. Вот недавно он стал. Херня такая. Ага. Да. Петушиная. Да. И как он бегает, защищает. Знаешь, вот ты заметил, как он бегает? Как играется так. Годжишь этого петуха. Намастим нам тут. Здесь у нас полно и ровно. Не говори. Я, кстати, в этом году одел красные трусы. А, я ж тебе... А, это и ты, кстати, тоже. Ну, мы же каждый день рассказываем, что ты красные трусы одевал лишь. О, троечка стоит. Ну, или, можно сказать, летает. Метров на 150, да? Значит, у нас летает там один мазанный, темная. Сашиного мы еще пока не мазали. Может, он у нас еще и останется. Перенес он болезнь и сейчас пошел в лед. А хотел я ему голову рвать. Атака ястреба на кольных голубей. Это та, что охотилась позавчера, здоровая. Да. Оп! Опа, забрала. Забрала? Низко забрала. Где? Вот она на нас летит. Тихо. Выпустила. Ты меня не шатай. Развернула. Выпустила голубца. Но она его низко. Это взяла. Та, которая... Здоровая, да. Это самка. Это позавчера, да? Позавчера было. Темная самка. Сейчас она опять придет. Коля накидал много голубей. Мазанных, не мазанных, не знаю. У Коли летает. Была атака. Вот тройка над нами стоит красиво, хорошо. Сашин там. Конопаты сегодня, ага. Вот там троечка хорошо над нами стоит. Один блондин, одна моя и одна Сашин голубь. Хорошо стоят. А ястреб атаковал, шел на нижних. Он этих прошел, Да, он практически на уровне 30 метров бил. И взял же, да, взял? Взял голубку да, и потом выпустил. И да, и нес. Ну, как вчера красную. Но низко взял, а не если. Да. Вот это вот хорошо, что вот это играет на руку вот этой тройки. Сейчас он придет. Которая над нами. У Коли какие с полетом вот этот вот нижний, такой вилка у него по хвосту. Видишь, сам? Да, вижу. Но сокола нет. Пока только есть у нас это. Вижу. Красавец. Ага. Эталонный голубь, это тупое крыло. Я понял, но ты видишь, вот как... ты видишь, как он летает? Он же ж не стоит, ты видишь? Вот у него крыло есть, но он летает, Андрюха. Это я ж не против, что ж, это ж такое дело. Видишь, он летает. Ну, хотя тут и ястреб берет. Крыло у него хорошее, тупое. Никто не спорит. Классика жанра. Никто не спорит. Это горловка наподобие. Это горловка. Ну вот голуби, вот горизонтальные голуби с таким полетом, вот у них всегда такой и полет и будет, понял? Вот им у них присутствует, как правило, болтанка. Почему ты у щека... Ты сейчас сказать, болтанка или не болтанка, если он ястреба видит. Да ну... Не, ну есть такие голуби, что ему... Его ястреб заберет, и он не шелохнется. Ну смотри, как конопатый вот отошел сейчас от тех. Видишь, тоже длиннокрылый этот Сашкин.
Сашки. У Сашки хорошее крыло, да. У него хвост очень плохой, и строй плохой. Ну вот смотри, какой у блондина. У него хвост, как у павлина. Если честно. Ага, хорошо, хорошо стоят. Вот это Сашин один, да, стоит? Ага, вот он над нами. А, и он никогда его практически не раскрывает. Он у него всегда дудкой хвост. И когда ходит, и когда стоит. Где-то ястреб. Я сейчас буду брать. Смотри, я этих беру. Смотри, Андрюша, сейчас пойдет война. Где-то что-то они видят верхнее. Вот они пошли в разлет. Да. Вот он ястреб. Где? Вот он. На меня, смотри, вот он. Пошел. Все, на Колиных. Сейчас этого может взять, Конопатова. Не. Конопатый выше. Колины тоже в курсе. Опа, пошел. Не. Ты меня только не дергай. Я все вижу. Не дергай меня. Не, эти падают в курсе дела. Так. Пара наша где? Она голодная, видать. Пара над голубятней над нашей. Она голодная, видать, на всю свою головочку. Вот она пошла на верхних. Смотри, набирает. Вот она идет на наших. Не, вот там ниже что-то есть. На Конопатова идет. На Конопатова, на Сашиного. Конопатова. Конопатый видит, уходит. Гонит Конопатова. Ты видишь ее? Вижу. Не, она под ним. Она под ним получилась. Он вверх. Да, на Сашкиного атаковала Сашиного. Пошел он опять в гору Конопатова. Текай. А те с ума сходят верхние. Пара, да? Да, вот они над ней. Все втроем над ней. Конопатый чуть-чуть в стороне. Ты за ней смотришь? Я смотрю за ней, а над ними, а над ними пара. Над ними Конопат и пара чуть-чуть дальше. Понял. Она Конопат подкручивает. Ну давай, братуха, держи. Это голубь с Украины. Тут он может не пропереть. Не говори. Да, она чисто за украинским, за Конопатом. Так. Полное приближение камеры. Камера на всю. А ты заметил, как камера хорошо приближает, когда я снимаю дома? Да. Вот это полное приближение камеры. Вот она за Конопатом так и стоит. Она чуть-чуть пониже, но он ее хорошо... Вот он пошел вперед. Бросила она его. Будет ту пару подкручивать? Наверное. Я пару не вижу сейчас пока. Они уже пара чухнула, наверное, на Кудряшовку. А, вон пару видно. Пару вижу, под ним соколиха, но ястребица, она пошла, ушла. А пара? Пара над ней. Ты пару видишь, да? Да. Какая высота? А, вижу я их. Ну, высота может и небольшая, но они сейчас, они над танком, они над далеко, танком. Далеко, да. Высота, ну, метров над танком. 150. Они далеко. Да, они в оттяжке. Только Конопатый. Дэвин. А вот он, вот Конопатый Сашин с блондином стоит здесь. Вот сон Конопатый. И пара, да, и пара. Слышишь? Не, Андрюха, это не Конопатый. Конопатова нет. Не, это пара чисто блондин. Конопатова погнал он дальше. Все, блондина нету, да. Конопатова Сашиного мы не видим. Конопатый блондин, да? Да. Наших нет пока что. Наши придет вот Гуцул Конопатый. Так. Вулькона добьешь. Надо там смотреть это. Вот Николая Голуб тут. Над нами. Что-то он сбился. Ориентир потерял. Пару не видишь, да? Вот та, которая... Наших нет. Ни Конопатова, ни полхвоста. Ни полхвоста. И блондина одного нету. Блондином туда не за ястреб. Да. Туда они за ястреб, да. Начал подкручивать их пока не видим. Опять вроде бы пришла. Зайка. Голубей у меня нету пары, как минимум. И у Коли нет, я точно знаю, одного, как минимум. А она тоже еще, видать, сволочь не поела. Ну ничего, мы тебя уничтожим.
Опа, как в атаку пошла. Как в атаку пошла. Вот сука. Как в атаку пошла за дом туда. Сашин конопатый пришел. Низом, низом. Молодец. Низом напуганно пришел. Молоток, молоток. Молоток. Он вперед торчит, не знаю, что там. Может, его и брал. Видишь, перо заломанное у него как-то. Надо посмотреть, что там у него с пером. Может, он черкал его. Видишь, он перо заломанное. Надо сейчас пойти глянуть, что с ним случилось. Пришел Сашкин конопатый. Снес я курочек это на землю. Думаю, пусть покопаются. Им хочется как бы покопаться. Травки пощипать. Пусть хоть не зеленой, но любой. Видишь, как снес я их. Что им тут на гараже ходить, на нагольном бетоне? Пасутся. Так, ну что, голубки у меня одной нету. Нету полхвоста, вот то, как они так были. О, Кузьма к нам пришел. С Новым годом, с новым счастьем, Кузя. И вас также, молодой человек. Заходи. Всего того же, бляха-муха. Принес закуски, принес. Сейчас приобретем. Да? Деньги есть, да. А самогон взял? А ты за... А? Не понял? Что? Все, тебя... Кузьма в гости пришел. Кузя в гости пришел. Не, Кузя в гости пришел. Закрывай окно. Окно закрывай. Закрывай окно, простынешь. Хорошо. Что, говорит, случилось? Я говорю, так Кузьма в гости пришел. Ага. Выключай нашу. А что? Да? Ну зачем же ты так? Люди слушают. Посмотри, Кузя, вон парочка, гля, у меня тройка пасется. Смотри. Ну так я видел их еще месяц назад. Этот был половину меньше. Да, да, да. По данный момент. Он их перегонит, потому что он нечистый. Нема одной голубки. Подкрутился. В общем, сокола сейчас нету, понял? Местный. А ястреба, ястреба есть, ястреб, да. Ястреб хуярит, да, да, тебе хуярит конкретно. Да, да, это я не спорю. Это у меня последние трое. Смотри, Кузьма, вот то, видишь, бутылочка? Видишь? Какая? Возле портфеля. А, вот это белая. Да. А, немножко розовенькая. Да, в ней 2 литра. А-а-а. Как ты думаешь, чего? Водки. Не, самогона. Самогона. А то рядышком, знаешь, что в пакете? Знаешь, что в пакете? Закуска, я так подразумеваю. Холодец. Слышишь? А что водка немножко розовая? Да я говорю, что водка? Она говорит, да бутылка такая была. Бутылка такая, говорит, была. Может, она нас отравить решила? Немножко подозрительно. Ну, подозрительно, подозрительно. Что есть, то есть. Это мне напоминает на средство. Смотри, вот это, вот видишь, средство Фурадан на портфеле, видишь? Ага. Оно тоже розовое, понял? Так что, может, туда на Фурадана нам капнуло. А это вообще что такое Фурадан? Фурадан, ну вот это чем я травлю. Он, видишь, он на голубах, видишь, он, смотри, ну, розовый вижу, цвет. Вижу, что помазанное. Да, вот это Фурадан, это как бы мажу я голубей для... Слышишь, так это мы с тобой крякнем нахрен. Да какая разница, чего мы крякнем? Да. То ли так сердце остановится, то ли от Фурадана желудок. Шел и да, взял да. Вдруг. Все равно мы рано или поздно умрем. Так лучше сразу, молодыми. Умереть. Конечно, то есть... как песня у этого есть. А лучше молодому идти ко дну. Слышь, а что жрябы? То ж, да, это тот, что да. Нет, его ж Андрюха вроде. Ну, Андрюха взял, потом обратно вернул, как бы так. Он не хочет конопатых. И взял опять Бурова, понял? А-а-а. Он Бурова отдал, а потом говорит, ладно, не, Володя. Из той партии. Да, попробуй, да, из той партии. Он говорит, я Бурова обратно заберу, а конопатов не отдал. Он то берет, то забирает. А-а-а. Он может. А я ему даю в этом году белую голубку. Понял? Ну, видишь, у него... Не проверяя. Не, Воха, видишь, не, он молодец. Он пытался текать, вот ага. Это самое. Понятно. Ну, говорят, хозяин у него был какой-то большой знаменитость. Ну. За что мы его и
за хозяина имя мы его и оставим еще. Еще. Ну, и хочется плоды получить, понял? Посмотреть. Я бы его быстро бы это отрепетировал. Он ля-ля-ля, как бы ля-ля-ля. Вы что творит, ля? Видишь, пару пошел. Не, ну нормально, а что, ничего страшного. Да. Почти как Витя на свадьбу, видишь? Нет. Не, ну это просто сидело. Это сидело на этом. Ромкина сидела на типографии, понял? Просто пришла. Я думал, это нету слета. А она не летала, она просто сидела на типографии. Она, ну как бы, я вчера перекормил, у нее было. Ничего, хоть чуть-чуть она пришла, посидела, просралась. Тем не менее, домой пролетела. Да, ястреб ее буквально вчера брал. И она, видишь, ей пофиг. Ну, может, стресс небольшой есть. Ну, атака она целая полностью.